Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня в этом видео посмотрим с вами товары и новинки из магазина Светофор. Этот магазин находится по адресу город Краснодар, улица Тополиная, 14/1. Чтобы не пропустить новые видео, не забывайте подписываться, оставляйте свои комментарии. Но я, как всегда, желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Ароматический диффузор для дома с ароматом пиона, кедра и розового перца. Цена 168 рублей. В других магазинах видела еще и с другими ароматами. Женский дезодорант Камэ с ароматом французской розы сейчас продается во многих светофорах. Цена 132 рубля. Завезли в магазин гипоаллергенный кондиционер для белья в такой упаковке 2 литра. К сожалению, цены в магазине не было. Еще одна новинка. Кондиционер для белья Bonix. Цена 121 рубль. Следующая новинка в магазине — это губки для мытья посуды. Я, кстати, в других магазинах их не видела. Губки большого размера в упаковке 13 штук и цена за упаковку 55 рублей. Перчатки с нитриловым покрытием в наборе 5 пар, цена 120 рублей. Также продаются хлопчатобумажные перчатки в наборе тоже 5 пар, но цену в магазине, к сожалению, не нашла. Следующая новинка в магазине — это пластыри на полимерной основе в упаковке 20 штук. Кстати, цена очень приемлемая, всего 22 рубля. И также продаются бактерицидные пластыри, но это уже упаковка намного больше. Цена 92 рубля за 60 штук. Перкамент силиконизированный. Общая длина в рулоне 6 метров, цена 48 рублей. Самоклеющаяся алюминиевая пленка, размер 300 на 60 сантиметров, отлично подходит для защиты от брызг и жира и также выдерживает температуру до 250 градусов. Набор для уборки, в него входит ведро с отжимом и швабра с насадкой из микрофибры. Такую швабру покупала домой, делала на нее обзор, смотрите в коротких видео шортс, цена 716 рублей. Также в этом магазине продается швабра с системой отжима, продается швабра это без ведра, тоже покупала, делала на нее обзор, эта швабра более бюджетная, в комплекте есть насадка из микрофибры, цена 301 рубль. Недавняя новинка в светофоре — это средство для автомобиля, в комплекте 3 разных спрея для покрытия кузова автомобиля, чистки салона и также стекол и зеркал, цена 331 рубль. Супербелая силиконовая краска в упаковке 6 кг для фасадов, цена 478 рублей. Набор кухонных ножей, в наборе 3 ножа для овощей и фруктов, для томатов и также обычный кухонный нож. Ручки изготовлены из полипропилена, лезвие из нержавеющей стали, цена 291 рубль. Большая сковорода с антипригарным покрытием, это российское производство. Сковороду можно использовать вообще на всех варочных поверхностях, даже на индукционной. Цена 880 рублей. В магазин завезли сковороды ВОК, уже в комплекте с крышками жаропрочного стекла. Очень удобная ручка. Диаметр сковороды 28 см, также можно ее использовать на любой варочной поверхности. Цена 1322 рубля. Эмалированные чайники с разными рисунками, объем 3,5 литров, цена 679 рублей. В магазин завезли большие эмалированные кастрюли с новыми рисунками. Таких, кстати, рисунков я в других магазинах не видела. Смотрится очень симпатично. Объем кастрюли 8,5 литров. И, кстати, на нее сейчас идет акция, цена 848 рублей. Из стекла в магазине продаются кружки, также можно купить фруктовницу на ножке и набор стаканов из цветного стекла, цена 279 рублей. Из бытовой техники можно приобрести термопод, цена 2968 рублей. Производитель Китай. Также продаются наборы, в которые входят кувшины, 6 стаканов, но цен, к сожалению, не нашла в магазине. Набор эмалированных контейнеров, в таком наборе 3 штуки, сразу продаются с мягкими крышками, цена по акции 360 рублей. Магазин опять завезли набор силиконовых крышек, в таком наборе 6 штук, можно выбрать разные расцветки. Покупала такой набор домой, делала обзор, смотрите в коротких видео шортс, цены, к сожалению, в магазине не нашла. Кружки марки «Люминарка» из опалового стекла, цена вроде 83 рубля. И также продаются кружки из прозрачного стекла с рисунком листья. Объем у них 350 мл, цена 70 рублей.
В отделе текстиля можно приобрести вафельные полотенца, они большие, размер 100 на 150 сантиметров, изготовленные из 100% хлопка. Вот прям в этом магазине буйство красок, можно выбрать как однотонные, так и полотенца с рисунком. Такое полотенце мы приобретали домой, отлично впитывает влагу, хорошо стирается, отлично подходит для пляжа. Новинка в магазине — это женские платья 100% хлопка с коротким рукавом. У платья есть с правой стороны один небольшой карман. Вообще крой платья довольно простой, обычное прямое платье, но ткань очень мягкая, приятная на ощупь. На самой верхней полке продаются как махровые, так и вафельные покрывала, также комплекты постельного белья. В магазин завезли новинку, это комплект наволочек новой расцветки, таких в других магазинах я не видела. В комплекте две наволочки. Данные наволочки размером 50 на 70 сантиметров, это 100% хлопок, если не ошибаюсь, цена 212 рублей, в магазине цены не было. Также и в этот магазин завезли новые короба для хранения, сейчас потихоньку во многих светофорах завозят специальные коробочки для хранения. В магазине два цвета, бежевый и голубой, в сложенном виде эти короба занимают очень мало места, цены тоже в магазине не было. Еще в магазине можно приобрести рюкзаки из очень плотной ткани. Такие рюкзаки еще завозили полгода назад, но их быстро раскупили. Рюкзаки для ноутбука продаются в черном и сером цвете. Цены опять тоже не было. В отделе канцелярии тоже появились новинки. Это папки для труда или рукоделия. Папки застегиваются на молнию. Есть ручки в виде шнурка. В магазине можно выбрать различные расцветки, как для мальчиков, так и для девочек. Формат А4, цена 121 рубль. Огромное количество альбомов, в альбоме 40 листов. Сами обложки довольно тоненькие, внутри листы тоже, но при этом листов много. И обложки яркие, красочные. Цена 48 рублей. Двусторонние цветные карандаши, всего получается 24 цвета, цена 68 рублей. В магазин завезли пупсов со звуковым сопровождением. Нажимаешь на животик, и пупс говорит «мама» или «папа», громко смеется или плачет. Цена 422 рубля. Продается в этом магазине мебель. Четырехъярусная полка для обуви, комод из пластика, табуреты, цена 282 рубля. Компьютерный стол 1900 рублей. Мебель упакована в коробке, выставочных образцов я не нашла. Также продается подвесная полка, цена 1135 рублей. Обувница 1795 рублей. Кухонные столы с металлическими ножками, цена 1680 рублей. Пластиковые табуреты, цена 227 рублей. Из недавних новинок ковер-циновка, цена 660 рублей, размер 80 на 120 сантиметров. Ковер довольно плотный и не мягкий. В отделе консервации можно приобрести консервированную кукурузу в большой банке 500 грамм, цена 91 рубль. Маринованные огурчики-корнишоны, производство Астраханская область. Отзывы абсолютно разные, кому-то понравились, кто-то пишет, что много уксуса, цена 121 рубль. Закуска венгерская, производит Славянск на Кубани. В составе сладкий перец, морковь, лук, томатная паста. В упаковке 500 грамм. Цена 68 рублей. Баклажаны в аджике, это тоже недавняя новинка. Кому интересно, вывела состав на экран. В упаковке 670 грамм. Цена 115 рублей. Томатный кетчуп Астория в большой упаковке 350 грамм. Цена 50 рублей. Недавно во многие светофоры завезли малиновое варенье. Вывела, кстати, состав на экран. В такой упаковке 520 грамм. Цена 115 рублей. Недавно меня спрашивали про большие бутылки сгущенного молока. В этом магазине как раз продается в упаковке 1,5 килограмма. Цена 199 рублей. Конфеты птичье молоко с ароматом ванили в шоколадной глазури. В упаковке 600 грамм. Цена 148 рублей. Ну и, конечно же, давайте заглянем в холодильник. В магазине хороший выбор грибов, это шампиньоны, цена за килограмм 94 рубля. Появилась новинка в магазине, это питьевой йогурт Эпос, он обезжиренный, с ароматом клубники, цена 32 рубля.
Желтые яблоки небольшого размера, надо выбирать аккуратно, есть порченые, цену в магазине не нашла. Завезли в магазин персики, они очень мелкие и довольно жесткие, цена 98 рублей за килограмм. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было для вас интересным и полезным, не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые обзоры. Желаю всем отличного настроения, до скорых встреч, пока-пока!